Друзья, всем привет! И мы с вами находимся на супер огороде, как вы поняли по названию, по превьюхе. И сегодня мы будем ложить с вами плитку. Я уже без вас начал. Вот натянул шнур. Вот такая плиточка будет. Я уже немножко подготовил, отсыпал отсевом. Ну, тут была уже такая подушка. Натянул шнур. Две арматуры забил. Плитка одна шириной 30 сантиметров. И вот так вот будем мы выкладывать. То есть я вам все покажу и объясню. И во всем огороде такая плитка будет. Поэтому супер огород. Ложить мы будем на песок. В песок мы добавим цемент. Будем замешивать 3:1. И по уровню кияночкой все мы выровняем, все сделаем. И поехали. Ну вот мы замешиваем. 3:1. 3 песка, 1 цемент. И миксером все это замешаем. Вот 6 лопат. Ну и тут где-то 2 лопаты цемента. Раствор сухой. Без воды. И миксером это все замешиваем. Вот такой вот у нас получился раствор. И все. Сейчас его сыпем на дорожку и выравниваем плитку. Ну, поехали. Все, вот я дотащил. Сейчас накидываю раствор. Толщина 5 миллиметров будет. Так. Какие камушки не пойдут нам? Сейчас шпателем. У меня уже все приготовлено. Уровень обязательно. И вот шпатель. Так, еще туда на уголочек. Ну что, друзья, вот так вот у нас получается. Положили уже 8 плиток. Это второй замес. Как раз получается 1 лопата песка на 1 плитку. Конечно, в теплице очень жарко, плюс 35 там градусник висит. И нам приходится плитки уже подрезать, потому что здесь идет сужение. Но ничего страшного, сейчас покажу попозже, как мы режем. Ну и вот такая вот красота. А мы продолжаем дальше. Ну вот, нам нужно отпилить, то есть по уголку. Отмечаем и пилим. Пилим алмазным диском. О, вот такие защитные очки обязательно. И погнали. Что у нас получилось? Вот которую отпилили, этой стороной обязательно сюда кладем. И все, и потом
кувалдочкой такой приминаю. Когда попадают камушки, сразу чувствуется. И вот так вот у нас все по уровню. Покажу, что по уровню. Вот мы и доделали весь пол. Вот так вот у нас получилось. И сейчас леечкой проливаем это все, потому что песок с цементом так схватится лучше. Вот уже у меня подготовлено. И все проливаем. Конечно, многовато, наверное. И вот так вот получилось круто. Если вам понравилось видео, пишите, ставьте лайки. Всем пока!